Михаил Маскаев воевал на Брянском и Калининском фронтах. Неоднократно участвовал в вылазках в немецкий тыл. В 43-м году с группой разведчиков напал на штаб немецкого пехотного полка. Уничтожил 30 фашистов, взял пленных и важные документы. Ошеломленный ударом с тыла противник поспешно оставил населенный пункт. За мужество Михаилу Маскаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.